Одной большой организованной группой они пришли в школу номер 77. Сюда и обратно до Дворца спорта «Олимпийский», где они живут, все 40 человек в ближайшие дни будет сопровождать старший, он же тренер, Леонид Горжебовский. Нас встретили хорошо, вот нам предоставили комнаты, все у них порядок, проверяем их, чтобы было чисто, хотя убирают все. Ну, настрой у них такой, что тренировка у нас 2 до 4 малышей, старшие, конечно, 2 раза тренируются, в 7 утра и потом вечером. Чтобы закрепить настрой на учебу, для детей из Донбасса провели общие занятия в актовом зале. Его назвали «Уроком мира». Так, через стихи и песни познакомились гости и их местные сверстники. Для вас это удивительная история вашей жизни. Потому что не каждому человеку посчастливилось в своей жизни учиться в другом государстве, как сегодня вам. Начинайте писать свою историю, ну а мы поможем вам адаптироваться. После небольшой культурной программы пришло время учебной. Новеньких, в зависимости от возраста, распределили по классам. Самые младшие из них свои первые буквы писать в тетрадь сели вместе с подаренными им мягкими игрушками. Мишку можешь сюда посадить сегодня. Он будет тебе помогать, да? Вот. Записывай.